всем бойцам, с вами Серега, мы продолжаем играть в Долгую войну. И на повестке дня у нас генные модификации. Больше нифига нету. И мы ждем новобранцев, 3 дня осталось. Обнаружен инопланетный объект. Влад Куракин возвращается в строй, маленький перехватчик-истребитель. Истребитель, и здесь у нас сидит папа. Папа Хансен. Он у нас еще никого не сбил, это пришедшая замена на... Ну вы поняли, в общем, да? За место громобоя. Забрали пилота в громобой. Вижу противника. И посадили новичка. Хожу на цель. Я буду стрелять. Меня подбить. Все. Папа отлетался. Не успел даже я среагировать. Нам нужны бронированные перехватчики. Лазерные винтовки. Новый оперативник только, наверное. Шеф, истребитель сбит. Он исчез с радаров. Да ну, а то я не заметил. Генная модификация. Наконец-то у нас пацаны возвращаются. Укрепление мышц и костей нижней части тела позволяет солдатам совершать прыжки, невозможные для обычного человека. Вообще красавцы. Красавцы. Кто там у нас? Людмила Павличенко и Дмитрий Немо. Прошел генную модификацию. Новых бойцов на базе 8. Ребята, вот эта серия будет... Я специально не буду трогать новобранцев. Так, давайте еще у нас генная модификация. Стоп. Мирослав Фошников возвращает строй. Казарма, список оперативников. Я буду наводить порядок именно в том, что я буду выгонять баб и оставлять мужиков. Где у нас новички? Вот они. Аманда. Жозе. Где он? Один. Так, подождите. Пурнама что-то там уволить. Сразу же. Лейла. Уволить. Сразу же. Бриджит. Опять баба, что ли? Да ну. Уволить. Франциска. Опять баба. Уволить. Джейкоб Девриес. По-моему, мужик. Отлично. Так, 2. Шин. Китайоза. Япошка, вернее. Пойдет. Хан. Уволить. Так, 3 места. 3 места. У нас, соответственно, освобождаются. Значит, вот этого мы берем... 53 силы воли. Уволить. Чтобы не путаться, выгоняю. Соответственно, у нас 2 места будет занято. 3 хп. Да ну, чё, правда? Уволить. Аманда. Латинен. Уволить. Фатима. Пять хп, 11 мобильности, вообще никак. Уволить. Вышло. Так, Алиса возвращается. Дачунг. Уволить. Вышло тоже. Вот этот медик. Барышня. 4 задания, 4 убийства. Отправляем на пенсию. Ушла. Анетта Дюрант, ну, пригодится. Барбара, 5 минут. 3 хп. Уволить. Тэффи, 3 хп, 60 меткости. Уволить. Джозефина Кобра, 4 хп, 14 мобильности. Неплохо. Уволить. Натали Скарлетт, 4 хп, 61 меткости. Уволить. Жабирах, удача. Тебе повезло. Будешь всем рассказывать, что в XCOM'е служила. Кюртни Дрискл. 5 хп. Ну, такая. Оставить. Шайтан Труба. У нас тут Валькирия есть.
Уволить. Бьянка. Инженер. Уволить. Всех на пенсию. Квонг, вот эта вспышка, разведчик, тоже давным-давно у меня сидит. Мешается. Уволить. Мария Сорокина, Мирослав Фошников, Диана Тарасова. Ну, этих пока что оставим, потому что уже звание, все такое. Пусть сидят, мало ли там, нехватка кадров и все такое. Все, остальных Нияз Барсин Татарин, Барсик Татарин, усталость. Смотрите, у всех один день, 8 часов, а он просто устал. Ходил, ходил на здание и устал, такой все. Хватит. Так, ну мы почистили казарму, у нас получается 62 оперативника. Это неплохо. И два оперативника. Тогда у нас есть Фатима, вот я не знаю, но... Вот по-любому я ее не буду качать. Фатима тоже уходит у нас. Анетта Дюрант остается. И Кертни вот это вот. Дрискл. Ну, из нее, наверное, медика забабацаю. Будет метким медиком. 5 здоровья. Так что вот так вот. И, собственно... Собственно, что 15 мобильности, ребята. Это просто бомба. Внешний вид. Имя. Так. Геннадий. Желтов. Ой, а что я делаю-то? Господи. Геннадий. Желтов. Торрес, фамилия у него. Бывшая. Так, отлично. И второй у меня. Евгений. Внешний вид. Имя. Евгений Давыдов. Так. Готово. Ребята, сразу говорю, я вот в строй принял за позывными. Если смотрите серии, соответственно, следите за своими. Повышение дадут позывной. Вы мне под комментариях в серии пишите, что надо, какой позывной присвоить. Ну и давайте, чтобы не путаться, вот этой сразу же делаем медика. Да, поздравляю я тебя. Молодец, молодец, будешь медиком. Так, есть контакт. И мы сразу ее, наверное, отправим. Где она? Где у нас Дрискл? Анетта Дюрант. Дрискл. Она же у нас может пойти в... лабораторию. Дрискл, Дрискл. Так, смотрим. Убийца тараканов. Вот, кстати, Роза вот эта тоже, наверное, она у нас покинет нас. Дженнифер Лопес тоже, наверное, нас покинет, но это будет немножко попозже. А почему я не могу ее? Еще что ли повышение надо? Ладно, разберемся. Так. Погнали. 3 легкие плазмеры за 2 ученых. Что, издеваетесь, что ли? Нет. Обнаружен инопланетный объект. Маленький истребитель. Это он оттуда? А, это он и летает, да? Сейчас собьет ведь, а? О, мур-мур, успех. 38% и успех. Давайте посмотрим список оперативников. Где у нас мур-мур? Вот Люську надо еще отправить. Так. Так. Где у нас мур-мур? Киска мур-мур. 250. Так я же ее это выучил. Почему у нее 250? А, из 500. Все хорошо. Это я неправильно смотрю. Так, и отправляем туда. Тогда мы туда отправляем Люську. Пускай тоже пытается. А сколько у нее? 58%. Шикарно. Шикарно. Люська вообще крутая. Так. Спутниковый узел. Но
Давай. Спутниковый комплекс введен в строй. Великолепно. Штапикском, запуск спутника. И запускаем мы над... Над чем? Над Аргентиной летает, над Бразилией летает. И мы, наверное, полезем... Наверное, полезем штурмовать Бразилию. Запустить спутник. Будет покрыто на... Ну, полностью, в общем, она будет покрыта. Спутник запущен. Шикарно. И два доступно еще, да? Смотрите. Спутник запущен. Спутник запущен. А что я делаю-то? Куда надо было запустить в Канаду, туда не запустил. Отлично. Отлично. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Производство предметов. Я уже отправила новичков в лабораторию. Спутников. Ну давай, штучки три. Две. Один запас сделаем. И в принципе все, ребята. Так-то, если разобраться, здесь все запущено. Здесь все запущено, кроме Канады. И мне получается, что мне уже не надо строить спутниковые узлы вот эти, да, все? Да, да. Единственное, можно снести генератор. Воткнуть потом пилериумный генератор. А что нам еще нужно построить? Спутниковый модуль, генератор, тепловой. Гиперволновой декодер. 100 сплавов, 600 баксов. Ну, как раз одно место. Но это потом. Сейчас мы пушкой сплавов пришельцев и снайперский плазмер. Два дня надо дотянуть. Обнаружен инопланетный объект. Средний рейдер. Морковка. Морковка в бой. Как раз мотанем время, дождемся до снайперского плазмера, дождемся до этого дробовика. К бою готов. Нового. И пойдем тогда. Готовлюсь к удару. Прекрасно, вообще просто. Я в восторге. Игнорировать. Ждем вот эти вот штуки. Пушка из сплавов пришельцев. 13 сплавов удалось сэкономить. И снайперский плазмер. 15 сплавов удалось сэкономить. Что у нас по сплавам? 36, ни на что не хватает. Окей. Сбитый НЛО. И давайте собирать команду будем уже с новыми пушками. Вот такая команда, ребята, у нас пойдет. Призрак у нас как сторожил снайперов. Пойдет проверять пушку новую, плазменную пушку снайперскую. Пойдет проверять. Значит, идет Васька на нем. Никите еще 3 дня болеть, поэтому идет Васька. Тони Старк на замене сидит. Кому-то херовато идет качаться. Идет Масяня разведчиком. Идет Митяй у нас захватывать мерзавцев. Идет Макс спасать захваченных под контроль, если что. И, кстати, он получает тоже новый дробовик. Смотрите, какая большая бубука. Но вот она сильнее бьет, но она еще обладает меньшим боеприпасами. Ну, меньше количество выстрелов в ней до перезарядки. И плюсом она легче. Самое главное, на единичку. Поэтому у него мобильность вообще просто 16 плюс 2, 18. Вообще все великолепно. Идет Татарин качаться. Хорошо идет, хорошо качается. Поэтому... И идет у нас Алиса Грей. Специалист. Может быть, зря тащу я, конечно, ее в среднюю тарелку, но посмотрим. Шторм-1, готовим. Будем надеяться на лучшее. Следующая операция пройдет в Японии. Мы знаем, где их корабль. Похоже, посадка у них была тяжелая. Если отправимся туда сейчас же, они не успеют подготовить нам встречу. И на следующую операцию у нас уже пойдут там и Геннадий Желтов у нас, и Евгений Давыдов. То есть вот эти два новичка. И плюсом, я забыл, надо будет по возвращении еще набор объявить. То есть смысл такой, что... Центр, я рейнджер. В районе крушения противник не обнаружен. Штурм-1 готов занять корабль. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, попытайтесь войти.
Смысл простой, что прилетим на базу, когда вернемся сейчас, я закажу еще оперативников и будем их точно так же проверять. Поехали! Ну, когда прибудут. Будут подходящие кадры, кто смотрит, кто отслеживает и кто хочет записаться, те, соответственно, выполняю. Напишут в комментариях мне. Уже и... вышел. Тогда уже будет объявлен набор какой-то. Так. Выполняю. Ну, на этом вроде как все, поэтому, я ребята, пошел. Все, не болтаем. И приступаю. Двигаемся. Ну, быстрее. Погнали. Алиса получает повышение. Ей даже высовываться сейчас никуда не надо. Все хорошо. Она уже получила повышение. Так, все сидят, всем хорошо. Все готовы, да? Так, татарин немножко поближе. Он, кстати, тоже получает повышение. Снайпер целится. Все бои готовы. Готовность номер один. Цель выбрана. Здорово. Вот. Они мне нужны. Вернее, не они. Их пушки мне нужны. Поправка на ветер. Митяй, работа есть. Кто там? Васька? Они двигаются! Так, они куда ты в белый свет, как в копейку? Кстати, с Мэком хорошо захватывать тем, что можно подбежать и панику им сделать, приказ, да? Приказ понял. Пуканы им прижечь немножко. Но, к сожалению, не достает до сюда. Так. Тогда мы делаем проще. Выхожу. Сюда идет Макс и делает вот такой вот хитрый маневр. А троих как-нибудь зацепит, нет? Ну-ка. Подожди. Что-то видел я подобное, нет? Нет, троих не хочет зацеплять. Ну ладно, кинем тогда вот сюда. Если этот побежит куда-нибудь, то, соответственно, траванется. На-ка. Тщ, ловите. Хорошо. Сейчас мы их будем захватывать. Только вот у нас... снайпер... перебазируется куда-нибудь. И попробует, например, в 65% стрельнуть. Да, почему нет, давай. С новой пушечки. Молоко. Жаль, что мимо, но... но в целом зачетно. Уже иду. Зачетно бахает. Так, Алиса. Да, надо было с самого начала, изначально вот так вот сделать. Что-то я не подумал. Лови. Здрасте. Здрасте. Как вам? А сейчас, если... о, сейчас прижечь можно. Давай. Готовлю огнемет. Кто-то паникует сразу. Отлично. Так. Ну и... Барсик. Давай самого толстого вот этого убивай. Да ну, чё, правда? Татарин. Да что за хрень? 92%. Ты издеваешься надо мной? Чё ты перехвалил, похоже, я татарина. После того, как ему залезли в мозги, он сам не свой. Да ну тут все сами. Тут все сами не свои. Я чувствую. Так. Митяй, нужен мне на передовой. Нужен на передовой, чтобы их потом захватывать. Но здесь половинка укрытия, да? Я уже там. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Стволы нужны. Стволы нужны. Будем производить серьезные пушки. Так, медика на всякий случай. Бегом! Поближе к Митяю. Хорошо. У этого паника.
этот подбитый и отравленный. Вот неудачно я сделал то, что надо было с самого начала укрытие взорвать, а потом снайпером лупануть. По нашему сектору ведут плотный огонь. Да, хорошая была попытка. Сейчас Васька может еще их, наверное, припалить немножко. Так, этот что, траванулся? Нужна помощь! Под огнем медика держат. Да-да-да. На это и был расчет. Так, наверное, здоровяка мы убиваем. Сняла его! Все, стрелять больше нечем! Нафиг он не нужен. Рок-н-ролл! Перезарядка. Так, призрак. Ну давай проверим уже в конце-то концов. Пушку новую-то хочется же. Во! Покажите дамаг. Сколько, да чтоб тебя не увидел. Эх, не увидел я. Так, ладно. Васька выходит сюда. Выдвигаюсь. И прижигает вот этого. Последний огнемет. Отлично. Паника. Мне прям нравится. Подожди, не убегай. Сейчас мы тебя будем захватывать. Так, самому бы как не травануть. Выхожу. Митяй. Сколько процентов? 48? Нет, надо как-то его подстрелить. Ясно. Блин, и убьет он его с пистолета-то. Ну давай, три попытки будем пробовать. Давай, Митяй. В лицо прямо его. Не выведено из строя. Не вошло. Координаты получены. Медик вперед. О, медик, кстати, сейчас зря я сделал. Надо было тупоумием еще сбивать им ХП. Ну да ладно. Выхожу. Татарин идет. Время убивать. Вперед. Здесь мы двойной выстрел только. Здесь мы... Может быть, как-то стрельнуть? Но это 100% крит. Да, это 100% крит, это 100% покойник. Сюда может попытаться. Вот, отлично, отлично. Пойдет. Что еще у нас есть здесь? Ты пока стой здесь. Снайпер нам показывает постоянно. Алисе Грей еще фраг нужен. Но ясно. Алиса идет сюда сейчас. Если Митяй этого не захватывает, то мы его убиваем. Да, такой план. Пускаем ход. У тебя паника, у тебя тоже паника. Хорошо. Так, кто-то слева топает. Подождите, пацаны, пока не приходите. Сейчас мы здесь... Стволов возьмем немножко. Или может быть этого попробовать? Нет, это. У этого вперед паника началась, поэтому давай пробуем. Спи крепко! Да ну, что ж ты. Не оглушили! Что ж ты, мерзавец-то такой, а? Уже иду. Ладно, на следующий ход 56%, кому-то херовато. Мимо. Так, Макс, Алиса получает повышение, Татарин получает повышение, Масяня, призраку подавно ничего не надо. Вот Ваське, по идее, не помешало бы, да? Ваське бы не помешало. Выхожу на точку. Давайте мы фраги эти тратить не будем, просто его в лицо ударим тогда. Заколебал он меня. Какой-то незахватываемый. Бегом! Так, Татарин сюда проходит. Призрак у нас проходит куда-нибудь. Я в пути! Вот сюда.
снижается. Алиса проходит куда-нибудь. Поняла вас. Вот сюда. А, нет, боеготовность не надо. Ясно. Давай вот так. Масяня у нас. Есть, выполняю. Проходит сюда. Макс у нас. Ясно. Подальше надо его убрать, а то у него же это. Смена магазина. Мастер ближнего боя убьет еще беднягу. Там топают слева. Подождите, нам еще вот один ход и мы заканчиваем. Ну давай, Митяй. Спокойной ночи. Отлично, ну хотя бы одного. Никуда теперь не денется. Хотя бы одного. Нормально. Все, мы готовы. Поехали. Мы готовы. Так, теперь можно. Подходите, гады. Теперь можно всем на боеготовность вставать, да? Готовность номер один. Оружие. Здесь перезарядка. Здесь боеготовность. Татарин. Пора пробежаться. Сюда. Снайпер залазит куда-нибудь повыше. Двигаюсь в указанную точку. Так, неплохо. Мониторю сектор. И они там. Все, идем. Слышали? Ну, а я слышу, что слева где-то топают. Так, ништяки там. Иду. Погнали. И, наверное, сканер закинем, да? Куда-нибудь. Тарелка вон там. Ну, давайте вот сюда. Запульнем, посмотрим, что там есть. Большой брат всегда с тобой. Если что, снайпером откроемся. Вон ништяк. Хорошо. Так. Макс у нас идет тогда. Выполняю. Сюда. Кто у нас еще есть? Кому-то херовато. Слушаюсь. Тоже сдвигается. Уже иду. Татарин. Приказ понял. Василий. Координаты принял. Митяй на рывке проходит. Понял. Так, призрак занимает эту позицию. Я в пути. Алиса здесь. Ясно. Буду на чеку. Я весь внимание. Сканирую сектор. Начинаю наблюдение. А вот и они. Ну, здорово, пацаны. По-моему, великолепно, да? Давайте мы, наверное, для снайпера сделаем видимость. Где они? Что-то я не понял. Здесь, что ли, вроде как были? Посмотрим, что к чему. Да. Здорово, пацаны. Так. Призрак, видишь кого-нибудь? Призрак как коршун навис над этим, охраняет. Но он только мелкого видит, засранца. Ну давай, мочи его. Ура! 14 крита. Что-то маловато. Что-то маловато. Пишу. Алиса кого-то видит. 51%. Огонь. 6. Ну почти добила. Молодец. Молодец. Так, здесь. Выполняю. Народ занимает позиции. Сейчас придется нам встречать здесь. Слушаюсь. Ясно. Буду на чеку. Координаты получены. Доктор. Сканирую. Разберемся. Макс идет вперед. Выдвигаюсь. Василий. Пост принял.
Я весь внимание. Сейчас какой-нибудь странный дрон вот этот сорвет всю боеготовность. Митяй. Корректируй огонь. Что-то сегодня как-то нашей команде не особо прет, да? А, дерьмо. Согласен. Цель повреждений не получила. Ну, сейчас этому призраку ему сейчас навтыкает немножко. Призрак ему должен сейчас навтыкать. И пофиг, пофиг на щит. У нас же вроде как плазма. Поэтому... Да ну, и только дрона видим. Такая фигня. Ну, сбивай дрона тогда. Вот готов. Есть 11 простого дамага, да? А там 14 крита было, помните? Так, и надо как-то... Я пошла. Двигаться... Интересная штука. Двигаться надо как-то вот сюда. Хорошо. Заберем на следующий ход. Иду. Боеготовность. Готовность. Готовность. Подходите, гады. Татарин, похоже, оттуда никого, никого не увидит, поэтому сюда. И муха не пролетит. Смотрю внимательно. Сканирую. Я на посту. Ждем его. Смотрите, что, в обход решил пойти. Прикольно. Они не особо горят желанием тоже лезть в атаку, да? Такая позиционная война. Есть! Кто кого? Переможет, называется. Выполняю. Так, здесь уже тарелка, да? Здесь тарелка уже. Как-то не круто. Я бы, конечно, на рывке вот сюда пробежал бы. Там белки бегают, смотрите. Или бобры. Так, нам нужно срывать боеготовность. Поэтому нам нужно... Поняла вас. Разведчика обратно. Масяня возвращается. Ну а мы... А вот здесь сейчас у нас снайпер будет встревать. Давай. 6 крита и 9 в броню ушло. Это просто... Потрясающе, я бы сказал. Эх, чуть-чуть не долетает, прям чуточку. Направляюсь на точку. Так, Алиса, давай под задницу вот этому закинь, пожалуйста. Единицу с этого собьем и этого прикурим. Нормально. Прекрасно. Так, и призрак лупит в этого толстого. Правда, без крита, но... Боезапас на исходе! Но 11 дамага, это неплохо. Так, медик. Блин, там боеготовность. Василий бежит срывать боеготовность. Нет? Это хорошо. Понял. А где этот, который... Ладно, мы его подождем. Выполняю. Вот эта аккуратная игра, как-то она меня уже начинает немножечко напрягать. Слушаюсь. Давайте. Поактивнее, поактивнее. 27. 39, получше, поэтому давай.
питайся. Твой кошмар. Отлично. Только начинается. Прекрасно. Кому-то херовато у нас. Качается. Здесь мы можем, конечно, ранган сделать и в голову ему стрельнуть, но не убьет он его. Все готово. Здесь перезарядка, здесь боеготовность. Здесь мы можем стрелять. Но не будем. Готов к бою. Но не будем. Поехали. Ясно. Буду на чеку. Здорово. Пойдет 11 дамага. Татарин еще, давай-ка. Под татарина вылези. Угу. Снял его. Видал я таких бегунов. Этот такой, нафиг, нафиг. Я пошел. Отлично встал. Молодец. Его, наверное, сейчас медик убьет. Где-то еще остались мехтоиды. Летуны еще остались. Сделаем. Кому-то херовато, он же должен качаться. Не объект уничтожен. Не только пси-способность, а еще и сам по себе же должен он качаться. Ясно. Где этот болезный? Еще же один был. Сектоид, ну. Где он? Подходите, гады. Так, ладно. Выхожу. Пес с ним, с этим сектоидом. Я в пути. Выдвигаемся к тарелке. Повеселимся. Агрим там самых главных. Ясно. Убиваем их. И... Время убивать. Отстреливаем всю их братью. Выполняю. Которая будет прибегать. Погнали. К бою готов. Штурмуем тарелку, короче. План простой. Штурм. Слушай. Тарелки. Погнали. Ясно. Буду на чеку. Алиса. Я пошла. Давай. Ясно. Буду на чеку. Вон ворота закрыты, но мы сейчас как раз вот здесь вот соберемся и входим. Так, ну-ка, дайте мне управление. Поехали. Погнали. Вражеские войска. Здорово. Здорово. Опять эти лысые. Они пошли в обход. Опять лысые. Кого ты там видишь? 17 крита. Наелся. Бим. Спать. Есть. Уже иду. Валим. Валим. Просто валим. Нафиг что надо, просто валим. Иду на точку. Ждем наших. Двигаюсь пацанов. К точке. Ждем наших пацанов. Просто валим. Мчусь туда. Бегом. Тарин сюда. И мне понял. Нужен Макс, там сейчас будет нужен. Поэтому мы идем куда-нибудь, наверное. Я в пути. Давай вот сюда, Макс. Отлично. Я здесь вас... боеготовность. Боеготовность. Доктор бежит в припрыжку за всеми. Я уже там. И где-то один сектоид остался. Недобиток. Ну, я думаю, он скоро к нам прибежит. Макс сейчас на ранангане просто бежит и кого-нибудь там убивает. Летуны слева. Слышали? Угу, слышали. И? Воронья налетела. Да, сейчас он будет тут мясо. Инопланетное мясо поклевать не желаете? Так, они решили к нам не идти, да? Я пошла. Окей. 64. Так, призрак не видит их. А сделаю. Отсюда, если? Тоже не видишь? Пошли вперед тогда.
Так, Алиса. Ну, для Алисы уже вот иду. Это идеальная позиция. Кому-то херовато. Ну, их нужно будет убивать, ребят. Их нужно будет убивать. Потому что вон они там друг друга накачивают. Выполняю. Да, отсюда видит. Отсюда видит, это плохо. Сделаем. Отступаем. Уже иду. Теперь порядок. Будет сделано. Потихонечку. Сканирую. Потихонечку занимаем позиции. Буду на чеку. Чтобы нам за один раз их штурмануть, и на этом все, да? Выполняю. Готовность номер один. Митяй. Я пошел. Кому-то херовато с дымовухой. Подтягивается. За дело. И... Ищу. Масяня посмотрела и отступает. Нафиг что надо. Хорошо. Да-да, я знаю, что летуны... Там что-то есть. Летуны там. Ну давайте, идите, идите сюда. Так, все, они пошли. И. Нет, нет, нет! Пожалуйста, нет! Это нормально. Всем пофигу, у всех сто. У всех стопроцентная сопротивляемость паники. Всем пофигу. Так, хорошо. Взорвать мне его укрытие нечем, да? Гранат ни у кого нету. Поэтому... Принято. Бежим. Бежим и стреляем тогда. Все. Ждать. Ждать нечего. Так, я боюсь отсюда Митяю... Ой, Митяю... Сделаем. Говорю. Татарину дерево помешает, поэтому мы метку вешаем им. Да татарин вообще просто... Он говорит, нафиг мне ваша метка, я еще и пострелять хочу. Сделаю. Призрак идет сюда, даже видит, 75% и убивает его. Шикарно. Отлично, это он кого-то бафал, да? Выполняю. Их там два сдохло. Шикарно. Что там у нас? Еще один командир сектоидов. Начинаю наблюдение. Он там простого. Он там простого. Я обо всем позабочусь. Бафал и добафался. Сканирую. Так. Слушаюсь. Ясно. Буду на чеку. Я в пути. Подходите, гады. Я готов. Вижу противника. Васька. Медик. Васька. Чёрт, Васька влупил. Этот вышел из игры. А кто вышел из игры? Кому на 11 влупили? Кто-то сдох, что ли, здесь сразу же? Вот он. Ха-ха, спалился. Спалился, бедняжка. Да ладно, хватит тебе. Не придуривайся. Чё у нас там, боеготовность? Её надо как-то срывать, да? Васька, 85. Татарин. Василий, у тебя много жизней. Давай, беги вот сюда, заодно вот этого посмотрим, да, где он там сидит. Уже иду. Давай, Василий, топи. Я под обстрелом. У Васьки тактическое чутье, ему норм. Кстати, о птичках. 65. Было бы неплохо вот этого замочить, да, и... Тогда тут всякие щиты, там много, много кого сдохнет, если... Сделаем! Если его убить. 92. Так. Давайте у нас сначала... Нет, не видишь? А как ты увидишь? Есть! Вот отсюда, может быть? Нет? Ну давай, мочи тогда в щит.
6 крита его. Мне бы пригодились боеприпасы. Плазма в щит очень хорошо, да, бьет. Но... это не очень круто. Огонь. 13. Татарин душевно стреляет. Выполняю. Девять крита. Пойдет. Поехали. 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 Хм. Заманчиво, да? Заманчиво. А прикрыть-то будет некому. 56. А если тупоумие? 57. На это вообще 0. Давай вот на этого попробуем. Не вошло. Ладно. Не больно-то и хотелось. Двигаюсь к точке. У Макса много жизней. Выступаю. Макс у нас... Чё, правда? Одну единицу оставил. Это, кстати, был первый выстрел из нового дробовика. И под огнем его держат, смотрите, и не сработала обилка. Мастер ближнего боя. Этот такой, чтобы наверняка. Медика. Я в порядке. Нормально, сам себя полечишь. Так. Так. Уже вышел. Битва мэков. Сближаюсь. Класс. Так есть. Двигаюсь к точке. Татарин. Опа. Я стреляю. Сорок три. Не вошло. Да, цель не поражена. Лунатик готов. Угу. Боезапас на нуле. А патронов нету. А патронов нету. Медик лечит сам себя. Вернее, место, где он сидел. Так. Разберемся. Макс все-таки преследует этого и говорит ему пока. Прощай. И этот тоже подыхает. Отлично. Время убивать. Все, по-моему, один сектоид где-то у нас остался. Иду. Но мы идем внутрь тарелки. Я думаю, что он сам прибежит к нам. Я обо всем позабочусь. Вот он. Привет, 32. Так. Он уже к нам пришел, да? Выхожу. Масяня идет сюда. 44, нормально. Я уж думал, попадет. Не могу его снять. Целилось-то хорошо. Митяй. Прекрасно. В 30%. Все, призрак пропускает ход. Это все? Да. Это хорошая попытка была. Выполняю. Там где-то у нас летуны еще впереди. Yeah.
пора рисовать звездочки. Так, закончился. Повеселимся. Есть контакт. Ну и все, и готовимся врываться. Будет сделано. Я снова в строю. А все, кому там что надо, они Иду. Уже сами прибегут, потому что опять у нас эти... Рок-н-ролл! То казарма, то часовые серии. Выполняю. Эх. Смена магазина. Как-то не очень круто. Мчусь туда. Так, погнали. Я обо всем позабочусь. Татарин сюда перезаряжается. За дело! Выхожу на точку. Боевые системы готовы. А че я к двери ломлюсь? Вот же вход у нас тут. Я в пути. Большой, хороший, раздолбленный вход. Начинаю наблюдение. Так. Спешу. Вижу противника. О, еще и крисолит, смотрите. Давно, кстати, их не было. Давно не было крисолидов. Так, призрак. Призрак. Ни черта не видит. Координаты получены. Крисолида убейте, пожалуйста. Этот готов. Спасибо. Плазма такая прилетела между делом. На точку. Двигаемся. Мониторю сектор. Двигаемся тогда в ту сторону. Раз уж нашли. Двигаюсь в указанную точку. Так, медик. Слушаюсь. Сюда. Мчусь. Я сюда. Подожди пока, Масяня. Выполняю. Медик сюда. Вас понял. Двигаюсь Тарин к цели. Сюда. Координаты принял. Васька сюда. И здесь мы, наверное... Поехали! Тупо валим. Здрасте. Здрасте. Угу. Вот с гранатами как-то не очень прикольно ты придумал. Нормально, даже броня не пробита. Так, у них там боеготовность, что ли? У одного только. Одного только боеготовность. Поехали! Я под огнем! Мне так не нравится. Я пошла! Так. Выдвигаюсь. Василий. Эх, татарину некуда встать. Выполняю. Доктор уходит за полное укрытие. Пытается тупо умение повешать. Твой кошмар. Шикарно. Но мне кажется, он уже не вояка. И там их еще 4, да? Их там еще 4. Выполняю. Так, татарин отсюда ничего не видит. Плохо. И муха не пролетит. Зато призрак двоих видит. Троих. Так, здесь не дотягиваемся. Чуток прям. Чуток прям не дотягиваемся. Выполняю. А ведь они сейчас начнут кидаться всякими гранатами. Прекрасно. Прекрасно. Но он уже все не стрелок, потому что... Так, мы можем, конечно, ранн-ган вот сюда сделать. И пострелять в кого-нибудь, но... Опасненько это. Опасненько. Поехали! Алиса. 41, 41, 41. Давай какой-нибудь целого. Отлично. Шкурку попортим им. Чтобы у них с точностью и с дальностью броска гранаты было не так все радужно.
Так, давайте стреляем призраком. Смотрим на результативность, как оно будет выглядеть. А дальше уже будем решать. 10. Так. 90. Ну вот этот какой-то жирный, да? Но с другой стороны, минус ствол, это хорошо. Давай-ка. Прощай. Хорошо. Да, я говорю, можно ранн-ган вот сюда сделать и... бахнуть этому. Благо здоровье позволяет. Шевелись. Погнали. Ну, дальность бега, вы зацените. Через пол карты. 77, 47. Огонь. Объект уничтожен. Такая пуля просто летит. Видели, да? Васька тоже не подкачал. Враг уничтожен. Я да, в порядке. Вообще плевать. Макс молодец. Я в порядке, говорит. Я пошел. Василий. Давайте Максом побахнем ему. Слушаюсь. Прям снизу. 84. 11. Нормально так-то вошло. Еще разок. Еще 10. Пойдет. Васька в упор промазал. Мимо. Да что ты? Понял. От этого нашего 18%. Вообще великолепно. Ну давай, попадешь. Будешь героем. А, дерьмо. Так, Алиса получила повышение. Масяня. Сколько Масяни надо? 3200. 1000 опыта еще. Это очень много. Вот Митяю надо покачаться. Так точно. То стреляет, стреляет, а убить не дают никого. 26 дано. Че, правда, мы сейчас еще и в него... Корректируй огонь. Ясно. Его и не убьем, что ли? Огонь. Поправка на ветер. С ним разобрались. Отличная работа. Все сделали как надо. Прекрасно. Даже заходить не потребовалось. Великолепно. Великолепно. Новые пушки в целом... Я даже не знаю сказать. Какого-то великого прироста в дамага... В дамаге я не заметил, если честно, ребята. Великолепное владение ситуацией, командир. Добытый вами состав бесценен для наших исследований. И наших двух оперативников поздравляю с повышением. У нас барсик растет не по дням, а по часам. Стойкость. Классно. Стабильность платформы тоже великолепна. И опасная зона. Радиус поражения ракет. И... Нет, вот это, наверное. Стабильность платформы — это круто. Для всех выстрелов, сделанных до использования действий, дается плюс 10 к меткости. Короче, он вообще будет стрелять. Как бог. Так, здесь у нас Алиса получает гранаты и мины, наносит дополнительный урон врагам. Все вооружение наносит дополнительный урон объектам местности. Давай, эту новую гранату. В последнее время что-то я ими частенько стал пользоваться. Плазмер пришельцев мы, кстати, захватили. Это шикарно. 79 элерия, 67 сплавов, 44 фрагмента оружия. 25 наносплава, это шикарно. И исследовательский отдел. Что-нибудь можем? Нифига мы не можем. Нам еще надо 33, кстати, фрагмента всего лишь осталось. И будет круто. Все, ребята, всех, собственно, хотел сказать, поздравляю с повышением. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.